Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие сгорятки. Сегодня с вами снова я, Тигр Надя. Сегодня у нас совсем маленькие покупки из Фикспрайса. Вот, это три набора скотчей, которые вроде как новые, такие я еще не видела. И два листа наклеек, я, наверное, начну с них. Вот, а здесь у нас вот такие вот объемные наклейки с собачками. Я взяла их для писем. Вот эти вот очень классные, потому что сама я собачек как-то не особо люблю именно себе вклеивать. Вот это очень тоже классно. И вот эта вот полосатая пчелка. Они все очень классные. Но вот это посередине прям прелесть. Будто бы из фильма «Блондинка в законе». И второй лист, он идет с котятами. Всякие кошечки здесь. Вот это очень на нашу похоже. Вот она, полосатая такая. Вот. Такие очень классные котики здесь. Британец или русская голубая. Они все очень похожи. У нас был такой котик. Тоже очень красивые. Такие все смешные. Тоже думаю, что пойдут на письма. Вот. Там три разные вида каждых наклеек есть, но пока только такие взяла. Затем идет, как я уже сказала, скотчи. Вот такие вот классные. В этот раз попались вот такие вот со звездочками. Серебряный и золотой. Вот такой вот горошек голубой, который я тоже очень искала, хотела. И вот такой вот серебряный с фиолетовыми надписями. Здесь, в общем, написано «Привет». Итак, я люблю тебя. Да. So I love you. Так что... Очень классный скотч, как всегда, здесь по 4 метра каждого и по 4 штуки также каждого, да. Очень классные, очень пригодятся в письмах и в оформлении разных блокнотов. Для меня скотча вообще никогда не бывает много, это моя страсть. Можно сказать, даже какое-то некое коллекционирование, но не в том... Но дело не в том, что они лежат, они используются, причем... Всегда и очень-очень активно. Пару раз уже было такое, что скотч заканчивался, и было жалко потом, что такое больше не выпускали. Идет вот такой вот горошек на зеленом светлом фоне. Это мятный даже цвет. Если честно, не понимаю, почему они его положили в набор вот с такими скотчами. Потому что они вообще никак по дизайну не подходят друг другу и не сочетаются. Но это очень классно, что... Он здесь попался. Просто они могли бы взять к этим трем оттенкам, положить там, например, ну, не знаю, если хотели серебристый, пусть положили бы серебристый тогда такой же. Или мятный, или тот же зеленый. Да любой оттенок сюда бы тоже подошел с таким же дизайном. Очень необычные, прям, как-то, не знаю, привлекают внимание. Вот такой вот малиновый. И золотой, очень тоже классный, прям переливается, так интересно, как кошачий глаз. Вот, и вот такой вот синий. Синий, конечно, вообще потрясающий. Это, по-моему, мой первый именно синий скотч, потому что все остальные голубые, а вот такой оттенок впервые вижу у них. Вот этот набор скотчей я вообще очень долго искала, около, наверное, месяцев четырех. И никак я не могла себе его найти. Вот, я очень рада, что он мне попался. Вот, потому что вот эти вот три скотча, я прям не могла, я очень сильно их хотела. Что очень мне нравится. И здесь еще идет вот такой с листочками, как вы можете заметить. Он очень красивый. Такие листья здесь осенние. И, конечно же, вот он тот самый скотч под чешую. Голубой, такой красивый. Безумно-безумно он красивый. Они вот чем-то даже похожи. Оттенком, наверное. Вот, и вместе они тоже очень красиво смотрятся. Затем идет вот такой вот голубой под крокодилью кожу. Но он намного симпатичнее, чем... У меня есть такой малиновый, и, кажется, есть такой, то ли зеленый, то ли красноватый, но вот этот
Очень красивый, он прям как алмазы переливается. И вот такой же красный, как голубой, в горошек. Да, но это не прям такой алый цвет, а приятный красный оттенок, который можно будет использоваться в письмах также, да. На крафт-бумаге он будет красиво смотреться. Так что вот такие вот сокровища. У меня в коллекции прибавились такие вот радости, от которых я просто, не знаю, в восторге. И я жду еще некоторые скотчи с AliExpress, которые мне удалось заказать. Вот, и я обязательно потом их вам покажу. А пока наслаждаюсь скотчами с AliExpress, которые каждый раз удивляют чем-то новым. И они все лучше и лучше делают свои скотчи, видимо, прислушиваются к покупателям, к отзывам. Вот, и я рада, что у них появились новые дизайны. Например, такой вот с листочками. Это прям, не знаю, они сами себя переплюнули, потому что очень интересно такой, например, осенью использовать. Даже детям для своих школьных работ будет очень-очень классно и актуально, потому что здесь листики, осенняя тема. Так что вот так вот. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.